Всем здорово, друзья! Сегодняшний гайд у нас на Баратрума. Однокнопочный! Нет, между прочим, Баратрум не однокнопочный и имеет много нюансов, о которых нужно знать. Хотите их знать? Поехали смотреть! Первый спел на данном персонаже, ребят, самая простенькая вещь, которая может быть в доте, а именно... Этот спел помогает нам проходить через все текстуры, делать набег с одного конца карты на другую, в принципе, и настигать цель... Станете ее на определенное время и просто убивать. Смотрите, разберемся. На первом левеле у нас 1-2 секунды стана 600 мс, передвижение во время чаржа. На втором левеле 1,6 секунд стана 650 мс, на третьем 2 секунды стана 700 мс и 2,4 секунды стана 750 на последнем уровне. Монокост у нас всегда стон и колдаун 12 секунд. Есть такие особенности. Мы игнорируем все абсолютно препятствия. Мы бежим через деревья, как мы только не бежим. И по остановлению... Где-то в какой-то области мы просто рубим деревья. Ребят, есть такая еще особенность. Если крип, на которого мы бежим, крип, он умирает, то чарж у нас меняет позиционку, то есть перекидывается на другого какого-то персонажа. И мы уже будем убивать не того, на кого мы бежали, а уже совсем на другого крипа даже. Или героя, разницы нет. Так можно игнорировать линку. Смотрите, вот я сейчас бегу на это, оп, его убивает, и бара у меня перечаржится на другого персонажа и примерно бежит в ту сторону. Это очень прикольно, потому что позволяет игнорировать линку. Я не один раз так делал, когда у вивера линка, на вивера тяжело направиться. Сразу линка заблочится. Из-за того, что направленные способности она блочит. И в принципе все. Но есть такая особенность, если мы вот дадим на какого-то ближнего крипа и рядом вивер, то линку мы виверу не собьем, но и набег на него будет. То есть вот такая вот особенность, ребят. Смотрите, еще немаловажно знать по чаржу бары. Почему? Вот смотрите, я пробегаю, их не относит. Их не относит наших думов, и они нас атакуют спокойно, не наносятся определенного дополнительного дэмэджа. Наш баратрум зависит от третьего спелла. Если мы третий спел не качаем, то и первый спел не будет никого относить. Вот такая вот, в принципе, тема. Поехали смотреть дальше. Второй спел на баратруме, ребят, это у нас аура, повышающая movement speed всем персонажам, находящимся рядом с баратрумом. Как это будет примерно работать? Она работает как пассивная, но и при нажатии будет добавлять еще какие-то дополнительные плюшки. Смотрите, на первом левеле у нас увеличится movement speed всем на 6% аурой, на втором на 10%, на третьем 14% и на четвертом 18% аура будет у нас добавлять. В принципе, так все понятно, да, но у нас добавляется активная способность, то есть мы нажимаем на нее и что-то будет происходить. Колдаун у нас 12 секунд этой всей темы и, соответственно, по нажатию, ребят, тут написано, смотрите, при нажатии увеличивается работа ауры типа на 50%, то есть на 50% больше будет добавлять, плюс для этого нам понадобится потратить 50 своего movement speed, типа, да? At cost 50 for next 6 секунд. И, в общем-то, смотрите, как это будет работать. Мы нажимаем spell, но сначала проверяем свой movement speed, среди 331 movement speed. Нажимаем, аура пропала, 290. Нажимаем 351, пошел буст. Потом аура выключается, опять 290 и опять включается. То есть, получается... Вот и опять сейчас выключу. Смотрите, как она так своеобразно на самом деле работает. Я, если честно, иногда не понимал этой механики. Ну, типа, как работает, да, думают. О, бара, гоу-гоу, там нажимает баратрум. Movement speed, все быстро побежали, раз, все замедлились. И опять пошло все в нормальной теме. То есть это примерно работает так. Получается, бафаем, сейчас нету movement speed, раз, побежали, все, идем, бежим. Раз, оп, аура все полностью выключилась и включилась в стандартном режиме. Все, это все, что нужно знать. И опять она выключается, видите? То есть она два раза как-то перебафывается, но непонятно, сейчас непонятная механика. Я даже не знаю, смогу ли я вам ее объяснить. Но в принципе я понимаю, что это просто добавляет movement speed по нажатию, и мы просто побежали и начинаем душить. Все, в принципе, ничего более знать тут и не нужно. То, что мы теряем 50% movement speed, то есть это... Это как фейзы. Мы делаем стрейф, но только после стрейфа тут, именно на касаемо на этой ауре, мы теряем потом movement speed. В принципе, все, ребят, поэтому по этой кнопке у баратрума их, между прочим, 3, и он не однокнопочный. Поехали смотреть баш. Итак, ребят, и самое интересное, из-за чего бесит баратрум, а именно, это его относ. Давайте его конкретно разберем, что он у нас дает.
мало кто знает, что он у нас будет добавлять еще Movement Speed. Да, ребят, он добавляет у нас Movement Speed, это третий спелл при срабатывании. Смотрите, с 17% шансом мы можем отнести нашего соперника, отнести, то есть застанить, нанеся ему бонусный дэмэдж от нашего Movement Speed, и плюс нам еще бафнится этот дэмэдж. Ребят, ну 17% это очень маленький процент, но иногда он срабатывает очень дерзко. Вот видите, просто сейчас сработал, но один раз за очень много тычек он сработал, но были какие-то плюшки. Смотрите, ребят, я объясню сейчас. На первом левеле у нас будет 22% момент дэмэджа и 1 секунда от носа, кнок, да? На втором левеле 28% дэмэджа от нашего момент спида и 1,2 от нос. На третьем 34 момент спида дэмэджа и 1,4 от кнока. И на четвертом 40% от момент спида и 1,6 кнок тайм. Ну и смотрите, написано еще, на 3 секунды, если у вас срабатывает этот кнок, у вас будет момент спид повышен на 15%. То есть, понимаете, если эта тема у нас прокает, то есть, смотрите, мы деремся. Попробуем сейчас вторую включить. Мы деремся, если от нос вылетит, примерно, смотрите, 394 момент спид, 371, 290 опять, 310, все вернулось в стандарт, 354, вот, то есть без ауры у нас Moment Speed до 354 поднимается, и это у нас еще аура, в принципе, не докачана, то есть получается наш персонаж, когда дерется и когда у нас стакается еще с третьим спеллом вот эта вся тема, то у нас просто безграничный Moment Speed, вот 412 Moment Speed, а просто без сапога, ребята, это очень много, все, обратно падает у нас Moment Speed до 290 из-за второго спелла. И в принципе так это жестко, рили. Получается, мы как по механике игры мы должны набежать, включить второй или уже заранее быть включенным, чтобы у нас был второй заранее включен, чтобы мы где-то примерно отсюда набегали. И соответственно далее начинали душить. И 40% дэмэджа от нашего Moment Speed наносили какому-то персонажу, к которому мы вгрызаемся. Ребят, в принципе по механике тут все просто. И то, о чем мы говорили в самом начале, что без третьего спелла, соответственно, не будет никому наноситься дэмэдж, если мы будем бежать. Смотрите, отталкивает, кнок пошел, пошел стан от первого спелла и, соответственно, начинаем драться. Очень простая механика, ребят, и, в принципе, с моими объяснениями, я думаю, вам будет, в принципе, понятно, что и как профитно, и не удивляться потом, почему не сработал относ во время чаржа и почему не нанеслось никому дэмэдж, ребят. Дэмэдж во время того, как мы бежим при относе, вот, допустим, ну вот, то есть мы набежали вот так вот, побежали и всех относит. Этот дэмэдж наносится в количестве от movement speed, от нашего movement speed. Если у нас 400 movement speed, 450, то от этих 450 будет наноситься 40% всем юнитам, которых мы будем цеплять с первого спелла. Все довольно-таки просто, ребят. Но где-то, может быть, я что-то и забыл, поэтому не забывайте, что есть комментарий, и вы можете что-то обязательно написать. В общем, все по этому спеллу. Погнали смотреть ультимейт. Ультимейт на Баратруме тоже немаловажная тема. В файтах очень сильно помогает перемещаться, в принципе, быть мобильным персонажем. Я очень люблю мобильных персонажей, ребят. И поэтому Баратрум тоже, я не скажу, что он мой favorite hero, но он реально интересный. Хотя некоторые подписчики клюют за него. Типа, ой, ко-ко-ко, стример играет на Баратруме, но... Ну, ребят, ну, давайте будем реалистичными. Ну... Неужели вот просто вам интересно просто тупо стоять долбить крипов? Неужели не интересно вам вот просто взять и побегать по карте? Это же классно. Классно, ребят. Тем более такой персонаж, который, у которого есть возможность передвигаться по карте очень быстро. Да, он бесячий, этот персонаж, потому что когда набег на тебя делают, ты стоишь на миде и душат, вот животнич прибежал, начинаешь говорить. Ребят, да, так и есть. Этот герой бесит, но он прикольный. В общем... Отошли от темы, погнали про ультимейт. Смотрите, наш ультимейт наносит дэмэдж экстра, плюс дается относ от нашего третьего спелла. И, соответственно, при покупке аганима, а аганим что делает, я вам, ребят, чуть позже объясню, что делает у нас аганим. Но, наверное, все же оставлю ссылку в описании, как обычно, посмотрите про аганим и будете все знать. Давайте, наверное, так и сделаю, ребят. Хорошо, смотрите, ультимейт вкачиваем на раз, нажимаем, происходит такой каст, идет относ. Третий спелл сработал, кнок. И, соответственно, у нас наносится дэмэдж. На первом левеле 150 экстра, второй 250 экстра дэмэдж и третий, на третьем левеле 350 дэмэджа.
на одну цель. Вот, и как бы, в принципе, все понятно, просто мы берем и просто набежали, толкаем-толкаем, раз, ударили, толкаем-толкаем. То есть, очень, в принципе, простой спелл. 700 каст-рендж вроде написан, да, но этот рендж увеличивается, когда мы кастуем его. То есть, соответственно, рендж у нас намного больше. То есть, если enemy персонаж начинает убегать, плюс этот спелл иногда, ну не иногда даже, а и в частых случаях дает вижен. То есть, соответственно, если enemy пытается куда-то, вот допустим, давайте попробуем дума увести. Вот он уходит в туман войны. И видите, он некоторое время подсвечится. То есть за это время можно успеть все же докастовать. То есть вы видели, он заходил и вижен вот так вот увеличивался. То есть за это время мы можем успеть докастовать нашу ультимативную и убить. То есть вот такой вот прикольный спелл, в принципе. И по баратруму это скорее всего уже все. Колдауны у нас на прокачках 80, 70, 60 секунд на ласт левеле. Монокост 125, 150, 175. В принципе все просто, ребят. В теории как на этом персонаж... На этом персонаже играть. Я вам сейчас покажу. И будете душить. Будете душить, ребят. В принципе, все. Погнали смотреть. Лад. По 30 раз пишут лад. Так, ребят, начинаем мою игру. В топе, скорее всего, будет файт. Команда киберспортивная у нас. ГГ пуджу тут сразу. Хелпы нету. Хаос идет. Хорошо. Хорошо, ранние файты, это хорошо. Хаос еще пол, половины второго даже нету. Очень долгий КД, 24 секунды. Овер долго. Ну почти первый левел даже есть. Ну, там, если честно, стил конкретный был. Ага, найс. Не понял. Но я прочекал все руны, пока... Пока игра не началась, я прочекал все руны, которые возможно прочекать было. Но так и не нашел минера. Так, минера не нашел. Ребят, ну мы чисто по фану идем на мид. Чисто фаново. Вест туска. Хорошо. Но он по демеджу меня тут не вытащит. Максимум, что он может сделать, это кнопкой меня задушить. Да, вот так вот. Но я тоже не пальцем делал. Так, а курочки нет у нас, ребят. Ну, курицу я возьму, ладно. Хорошо. По мане, конечно, плохо все пока что. Хорошо. Добить. Качнем второй на раз. Заняли. Будем чисто гонять его. Главное не под крипами это делать. Относа нет у нас. Ребят, орбу феном в обязаловку считать чисто. Ну, на ранние файты. Небольшое замедление. Ну как небольшое? 12% это довольно-таки неплохое замедление, я считаю. И пока тупо фармируем. Троечку, чтобы больше дэмэджа было с третьего. Кого разомнем немного, пацана. Хорошо. Разминаем. Но курочки нету, ребят, я бы уже все сапог принес. Сейчас нужно будет купить куру, открыть ее. А пока фармируем. И потом... Ой, там хуск. Омник, боже, это ж как же ж нужно будет сейчас запотеть в этой игре. Чтобы законтрить омника и хуска. Мини. Окей, я понял. Гоу, курочку. Блин, когда админы бинды починят?
чтобы работало все адекватно. Когда берешь куру, открываешь, нажимаешь бинт, а... не работает в круге силы. Вообще бесячая тема. Так, ну Тускар взял себе ботл, это плохо. Это плохо. Переагриваем, юзаем. Хорошо, тоже в ботл надо было идти. Что ты запарил уже? Сейчас бы относ какой-нибудь, но жалко, нету. Жалко, нет. Слушайте, побежать под тавр или нет? Гоу. Обманщик. Я тут сдохну. Хорош. Переиграл. Да беги, пожалуйста. У него сейчас туманы на шарф есть. Так вот сделаем. Ну молодец, молодец. Успел нажать. Печалька, что рун нету. Ну, вижена на рунах нету. Печалька. Ну молодец, тоже не дурачок, видно, что что-то соображает в этой игре. Это радует. А то постоянно говорят, ноют в гайдах, типа, а ты против дурачков играешь? Ты ничего не можешь в нормальной игре. Ничего не можешь в нормальной игре. Давай, 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 в темпе, пожалуйста. Отхил, поехала. Именно через ТП идем. Хорошо. На бесплатную ману, так сказать, подобивать. Подамажить и подобивать. Хорошо. Есть шестой левел. Есть шестой левел. Но Тускар, по-моему, на низ побежал, мне кажется. Да. Ну ох уж эти гангеры соображающие. Мониска какая-то там. Там еще хила миллион. Боже. Какой смысл? Миллион хила. Так, ну под тэшку дайвит, пацан. Я тут не буду давать ему ничего. Тут ему смерть. Слишком далеко пошел. Боже. Слишком занаглел, пацан. Слишком занаглел, пацан. Не догоню. Тускар очень агрессивно играет. Но, в принципе, Тускар тоже, кстати, метовый. Герой 85-й карты. Запоминайте. И, типа... Бежать как дурачок, это нормально на Тускаре, на 85-й карте. Но так слишком далеко. Непрофитно. Непрофитно. Так. 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 Подфармливаем, берем урну. С урной будем. Да добивай, пожалуйста. Хорошо, все равно не добиваю, боже. Можно мне... Сейчас курочку. О, вот эту тему. Хорошо. Что-то там чат так. Я тебе там. Там лицо там. На что-то там. Боже. Один флейм стопа идет. На низу намного серьезнее линия, чем наверху. Типа там минер плюс лич. И челики там еще и умудряются. То есть мне низ надо гангать, потому что там Хускар, который сноуболится. А не лич, который на пассиве все равно оденет что-то. А нету относов. Какой смысл что-либо нажимать? Боже, как же он агрессивно играет. Хорошо. Переиграл.
Главное покликать в этот момент, когда меня убивают. Главное кликать. А там непонятно, кто кого убивает еще. Относы. Вот тут дэмэдж он не получил, когда относ нажимался. Ребят, не знаю, есть ли смысл забирать ее. Хорошо. Тут минер. Да. Остакивает. Че, транквилы? Найс, руна. Ну вот опять дайвит у нас Туск. Тускар очень агрессивно играет. Очень агрессивно. Прям овер агрессивно играет. Так, я пошел на базу. Стик возьму. Молодцы, просто постоянно под тэшками. Постоянно. Надо овник убить. Не знаю, в лейтгейминге будут проблемы с овником именно конкретно. 0-3-1 пуч. Это все из-за того, что ты не на баре не помогаешь им. Да нет, типа тут пуч просто. С солрингом пуч. Пока что без транквил. Ну, не знаю, не знаю. Там омник просто хускар. Там пуджом надо аккуратно отыгрывать. Девятый левел. Там туск. Там летает чайник. Боже, его в текстуру закидало. Я бить его не могу. Я максимально пытаюсь отыгрывать. Туск застрял. Надо урну на себя кинуть. А я не могу захилиться, если урна надо. Боже. У него все кнопки есть. У меня, если с комбинацией сейчас не убьет, то повезло. Ах, крипы меня палить будут сейчас. Печалька. Молодец, хорошо отыгрывает. Заставляет поднапрячься. А маны нет, да? Бираджан, маны нету. 2 секунды. Раздавлю. Боже, Тускар, ну молодец, хорошо играет, но... не может почему-то переиграть. Это видно, что он хорошо играет. Потому что он очень знает потенциал своего героя, но тут чуть-чуть ему просто не хватает постоянно. Хаос молодец. Интересно, мины есть? Интересно, мины есть? Еще так спросил. Он нужен детекшн, мы так минера не победим. Мы так минера не победим, детекшн нужен. Бейте его. Бей, хаос, надо было бить его. Убьет все равно же. Он, ну вот просто хаосу надо было с фантазмом лупить его. Максимально. Он сейчас отрегенится, он все поднимет, все статы. Обратно. Он уже фуловый. У него все маны, все кдшки. У него очень мизерные кулдауны. Естественно, он сейчас тебе еще лицо сломает. Дабл килл просто изи. А Моника, подождите. Что-то знакомый какой-то никнейм. Очень знакомый какой-то никнейм. Моника. Рили очень знакомый никнейм. Я не помню, по-моему... очень знакомый никнейм. Гоу. Гоу потолкаем немного, пацана. Шекеля ему давай там, не знаю. Хорошо.
Моника, очень знакомый никнейм. Типа как у Пуши Босс вроде такой никнейм был. Я не помню. Помню, очень знакомый никнейм. И на Тускаре он тоже, кстати, очень агрессивно играет. Похоже на его. На его стиль. Но тут, если и проиграем, то только проиграем Омнику. Экшена нет, ничего нет, плохо очень. Он на топе, сквиз, плиз, пум. Иллюзия. Слушайте, ну страшно ходить по карте, потому что нету никакого детекшена абсолютно. Омника, омни. Нет, все. Бэк. Омника не убьем, проиграем драку. Накат пошел. По Т убегайте. Ух, там. Ганг отряды. А я тут умру. Эх, очень сильно агрессивно играет. Вот этого пацана не хватило вообще без ничего. Все, сейчас вы пинаете друг друга. Возьмите, нормально, рассредоточьтесь. Ракови и Пудги. Типа да. Ну, печально напряженная игра, но у нас Некролайт там еще что-то фармит. Автоатаки, он редкликает просто и стоит дрочится. Там еще минер просто очень сильный. Очень сильно в лейтгейминге будет тяжело. Мне надо армлет, хитпоинты. Хотя бы армлет для начала. Хотя бы для начала армлет. Манго брал. В нужный момент нажать. Не нужно. Абсолютно. Уф. Спасибо. Светки. Да, я видел. Детекшн есть. Боже, ну просто не отпустят меня тут. И всем плевать, никто не поможет. Все в вардах тут. Ну они просто на голову, потому что там саппорты. Сапа нет, я бы загангал тут, или тут по-другому никак не сказать. У нас нету просто тупо саппорта. Они уже заранее, когда я здесь бежал, уже накат был. Нету сапа, у нас тут Некролайт есть. И 0.7 пуш. Но тут маловероятно, что выиграем. Уф, идти фармить армлета, что он поменяет. Ведь у меня начало эта игра. Боже, мне варды что ли брать? Придется варды брать, ребят. Идти находить минера, минера убивать по КД с этими тиммейтами. Обычными, ну обычная игра 1x9 уже, честно. Я ничему не удивляюсь абсолютно. Ничему просто. Обычная игра 1x9. Я сдохну, пока добегу. До этого минера. Да боже. Все в минах тут. Почему он так хапает? Что, сдохнуть хочет? Лола, знаете, почему мне засчиталось? Потому что, типа, этот... Все, я не пойду. Типа, знаете, чардж, когда даешь... Типа, ну, считается, что, типа, атаковал. Типа, атаковал, считается. И... Поэтому мне фраг засчитался. Зачем он от крипов умирал, я не понимаю. Не понимаю, зачем. Они вон гангой бегают. Скара я не вытащил, был бы армлет. ТПшечка. Кто там бегает? ВРка? ВРка.
дебилы. Идут драться, когда там Омник. Омника не убиваете, проиграете игру. А Бара фармит, сейчас напишет. Так мне что, надо пойти с вами сдохнуть, что ли? Дебилы. Ладно. Печально. Он не кролает, что он хочет некр купить. 3800, просто сакрет купил. Боже, ну как, ребят, как выиграть эту игру будет? Ой, печально, печально. Ну, выиграет эту игру, я думаю, потому что тут, по-моему, вообще изи. Сильно не кролает. Что делать с такими? Тупо фармить. Файт 5 на 5 мы уже... 4 на 5 мы не выиграем файтинг. Лотар. А. Вот. Ну, я не могу не забанить такого пуджа. И... Ига. Что за никнейм? Тига. Слэш Б. Реал. Ст. Рет. Лга. Лга. Не, я не знаю, тупой, тупейший ник. Лга. Ига. Что там написано? Ни хрена не понятно. Да что ты делаешь? Боже, ну не понимают ребята, что Омника надо убивать. Омника не убьете, вы не выиграете эту игру, если не убьете Омника. Омника убиваете, выигрываете эту игру. Просто мне тут что, надо суицидальную идти, что ли? Цепляю его нахрен. Хорош, 4 секунды, до свидания. Можно файт принимать. Можно файт принимать. Можно файт принимать. Можно файт принимать. Можно уходить отсюда. Скар сейчас на развороте. Очень много кнопок нажмет. Боже, нажми ты ульт свой, конча. Боже, как? Ну вот тут вот, как же ж, блин. Не, ну вообще нереально, походу. Я бы не сдох, если бы он ульт нажал сразу. Просто печалька, печалька. И уже просто нервы начинают опять подшаливать. Я только успокоился после этих тупейших игр с подписчиками и начинают шалить нервы, потому что, ну, тяжело, когда... Ну, опять просто 1x9 идет. Кто тут максимум играет? Хаос играет. Все, больше никто не играет. Хаос молодец, вот его я могу подметить. Пуч дно. Просто он не перекликивал, смотрите. Вот сейчас перекликнул только. Транквилы не работают. Всю карту... Я завардил всю карту сейчас, но минер спокойно ходит. Минер спокойно ходит и делает свои дела. Спокойно, причем он даже не парится. Он вот тут где-то стоит. Минирует сейчас. Нужно убивать. У него там ни маны, ни хрена нету. Побежали. Я просто соло его сейчас тут буду убивать. Потому что это типа не варик. Где ты стоишь? Абузит он там. Суицидится. Удивительно. Да. Знает он тут все. Везде Vision стоит. Везде. Да вот что далее собирать, я не знаю. Алибарду. Сию. Везде все, все в минах, ребят. Все в минах. Но на топ пробежимся сначала. На топе нет смысла что-либо делать. На ботом гоу. На ботами посидим немножко. Потная игра. Главное мне покликать. У меня разгонка, дальше 12 секунд. Я до низа добегу. Там остановлюсь. Все. О, он мясо, кусок говна. Ладно. Дерутся Омника, убейте просто и все. Боже. И вот надо обязательно зафайтиться. Но вот, ну, видят, что я бегу на низ. Надо покликать обязательно на меня и просто начать драться. Проиграть драку, соответственно, и винить Боратрума. Там 5 на 5 не выиграть. Нужно что-то покупать такое, что помогает убивать Омника. Диффуз, что ли? И то.
Если я буду вгрызаться, там же тоже команда есть. Там 0 кд у Тускара. 0 кд просто. Очень сильный сноубол там. Ранние слоты на Личе. Серьезно. Вебара к нам. Да я могу к вам там. Не сложно. Я погуляю тут еще под фармой. Будет ли закат какой-нибудь? Там ждет репел. Ждет репел, Тускар и полетел. Все. Чебуречная какая-то. О, а что дальше? Отпускаем, что ли? Надо бежать. С голову, волосы назад. Или вот этого писюна. Так, отойти от него. Хорошо. В таверну. В таверну! 2К на кармане. Я зам не буду делать. Не хочу. Хочу по-честному. Минер все заминировал тут. И БКБшку надо было. Блин, вард упал. Там кто-то шел как раз на руны, и вард падал. Чалька, ну гоу. Наглую пойдем. 522 мувспида, как говорится. Боже, ну опять надо варды, ребят. Типа варды нужны тут. Тут только мне ставить варды. Отхил бы еще какой-нибудь доминатор. ПКБ, кираса. И я вывезу это. Если так, от ХГ будем омника цеплять. Тускар в лайтгейминге. Не такой страшный, как сейчас. Но там еще и минер в этом. Проблема тоже, загвоздочка такая. Загвоздка такая, что там еще и минер. Печалька, не думал, что первая игра гайдовая будет такая потная. Серьезно. Придется сейчас гейм забирать. По этой дурочке. Ходим. Раз, два, три. Ну, Тускар там еще Лотари. Да. Пока там пацаны бегают, не знаю, минера я вряд ли убью. Он жирный очень. Очень жирно. Можно попробовать. Хорошо, хотя бы так. Уходим. Да не буду я курьера бить там. Тускары инвизны бегают. Сейчас бы Тускара бояться. Но он релион на бусте сейчас. Команды. Я убегу. Я убегу. Переждаю, он уже бежит, а за мной бегает. Молодец. Но он хорошо соображает. И тем не менее... Раннюю игру он проиграл. Да боже, сколько их тут. Я все поразминировал своим лицом. Но он, по-моему, до конца бежит за мной сюда. У меня такое предчувствие. Вот пешку на Б. Все хорошо. Смока. Смока, го. Вот так вот, детекшена. Смока в куру. Сильвер Эйдж. Включает пассивку. Омни. Омни. Хорошо забрали. Хорошо, я дальше пойду. Вот этого пацана побью. Жирный. Очень жирный лич. Минер, смотрите, что тут понаставил. Юдай. Непрофитный Юдай был. Хорошо. Чуть-чуть.
Видели, сколько там мин? Чуть не дошли от Тускара, да? Я отпустил. Я Тускара отпустил. Я Тускара отпустил. Да, ты не нажал, но там фокус на лича почему-то в мозгах был. Ребят, варды надо. Надо варды. Ну, варды в КД. Все варды поснимали. Хейст. Хорошо, погнали на нижнюю руну. Пройдемся. Смотрим, что там делает минер. И... знаю, БКБ надо делать. Плотно. Хорошо, в таверну. В таверну, Бираджан. Свяжешь? Отойти. И относы. Относы можно? Пожалуйста, хоть сия сработала. Но там урна не поможет. Блин, я прогулял. Отойти. Кидается чайник. Очень сильный чайник. Сану надо урну кинуть. Хорошо. Хаос, молодец. Вот Хаос просто тут игру сейчас выигрывает. Молодец на Хаосе, чел. Ребят, ну даст и есть. Можно поесть. Я не смог чарж дать на Тускара. Тускар. Затолкал, пацана. Твое время вышло, бро. Умника. Вот так вот задизейблю. Правильно сделал. Все, ГГ. ГГ. Уф. Умник ливнул. Оранжевый кто у нас? Oh, so fucking deep. Сноубол. Знакомый ник, конечно, у Тускара, честно не знаю. Кто это может быть даже. Очень знакомый никнейм. Боже, как же они душили в начале. Просто по-страшному. Я тоже ушел. Я тоже бы. Как же они душили в начале. Кого БКБ есть? Хорошо. Кургус ошибся. Просто знакомый ник до боли. Кургус. Хорошо. Так, ну продаем стик. Сейчас будем в какую-нибудь молнию выходить, чтобы максимально выдавать атак спидного импакта. Кноки, кноки, кноки. По КД. Раньше я помню, айтемы на баре собирали так. А, спрала сия, там Володька. Стандартные дефолтные айтемы там и дальше кераса. Чисто, знаете, ПТ. Ну, такое, знаешь, колхозный вариант, честно. Колхозный вариант. Колхозный вариант. Хорошо. Тускара много очень. Он там с минера забрал Бладстоун. Тут трое на миде. Можно душить, есть БКБ, бочки вон. Бочки, ребят, бочки. Ребят, меня тут что, соло прессингуют? Я понял. Ребят, забайчен. Но могу тут умереть от Тускара. Но есть детекшн на него. Очень много сейчас вытатковал на себя.
Лича зацепили. Ой, чайник пошел. Смотрите, чайник этот просто будет прыгать бесконечное время. Все, урна есть. Можно поесть. Нету детекшена. Все, я забрал урт. Гем. Ай, пуч бежит забрать. И ТПшка у меня забрали. Все у меня забрали. Я ушел, короче, отсюда. ТП-шку некор у меня забрал, все, я чисто уже все. Минус мораль. Минус мораль. Гем заберут там тоже. А, не, гем унесли. Хорошо. Хоть это радует. Ребят, почему я ПТ на Ангилу ставлю? Потому что больше атак спида получается все равно. И это заметно. Атак спида больше, так что, ребят... Я лично на Баратруме часто на Ангилу ставлю. Не знаю, как вы. Ну, то есть ситуативно. Если маны не хватает, ПТ на ловкость. Ой, на ловкость, на инту, чтобы маны хватило там и тому подобное. То есть как-то это работает так. Потная игра, ребят. Все, побежали. На баре. Так спит. Потная игра. Нам бы варды какие-нибудь дефолтные или не дефолтные. Вот это ДЦП на некре, если честно, если бы ставила бы варды, было бы отлично. Молодец, Вухко. Все, объяснил пацану, чё да как. Некор пешком идет, хотя у него есть травула. Ну ладно, не мое дело. Крипы тоже замедлились так. Потом побежали все на всех, все работает. Просто долбить дубинкой. Тоскар не выиграет уже. Уже тут, тут хаос. Знает, что делать. А тут я, кажется, отлечу. А, не, хаос отлетит. Иду убирать джан. Эх, Бираджан. Так, Тускар ошибается. И попадает шардом. Хорошо. Зачем берешь? Кого? Вару? Пойдет. Пойдет. Ну, найс. Найс, переиграно немножко. В принципе, вот такая катка, ребят. Не знаю, наверное, по дефолту уже вставлять буду по две игры в гайде, потому что так интереснее. И вот эта игра потненькая. Я думаю, потные вам игры тоже заходят, в принципе. Потная игра. Так, ну я тут умираю. Че, надо тут только драться.
Найс. Хорошо. Крак, ну пуч некор, конечно, такое лист бан, пусть пацаны все равно выиграли. А этого я так и не забанил. Бан секс мех. Разбаним пацана, ладно, победили, хрен с ним. Все, кик, го. Го, ФФ. Не пушьте только. Запушим. Ну, такая, если честно, не очень игра, ребят, потому что... Ну, блин. Там ливнул, но он мне кливнул чисто на нервах. Там один тускар только играл, и все. Там лич очень хорошо отыграл. Тоже дискорд, ультимативный. Но тут баратрум, понимаете, баратрума тяжело законтрить. Баратрума тяжело законтрить. Ехала кик и РМК. Кик РМК. Ну не хотят кикать. Не хотят. Ребят, ну вот такая вот будет катка. Одна. Я, наверное, вот это вырежу. Ожидание. Чтобы вам было по кайфу. Быстренько, тык-тык-тык-тык. Оп-оп-оп, выиграли, все. Поехал, next. Что ж так долго-то? Так, надо же для картинки собрать айтемы. Я обычно, когда игра уже выиграна, я уже айтемы не собираю. Просто не парюсь, курьера не вожу. Серьезно. Поэтому мне некоторые ребята заходят и говорят: почему ты ничего не покупаешь? Так, игра уже выиграна, я поэтому и не парюсь. У меня там по 10 тысяч голды уже. По 20-очке там. А мне все пишет: почему ты ничего не покупаешь? Так потому что, ну, не хочу ничего покупать уже. Смысл, как будто это что-то поменяет. Гоу, последний раз раздадим с такими айтемами. Тускар там пытается жить. Умирает. Блейдмейл. Очень сильно хаоса будет контрить лич. Но хаос просто очень сильно отыграл. Пацан. Его стан, его баш, это нечто. Нечто. Ну чайник до сих пор прыгает, ребят. Чайник до сих пор прыгает, посмотрите на него. Он же бесконечно прыгает. Чайник. Ну вот вам и раздал с такими айтемами. Не говорите, что просто так для картиночки собрал. ГГ, ребят, поехали next. Быть шаманом. Королю. Уноси нификантом все вот эти дела. Понапишет себе никнеймов, потом гадай, что это значит. Нас видят. Да ну на! Нас видят. Вперед! I am one with the earth. Now grab
Так, ребят, начинаем четвертую игру на Баратруме. В одной игре ливают, за другой... другой нет смысла сидеть, потому что хочется нормальный какой-то контент, красивый, интересный. Тут опять куру не взяли какую-то. Ну, ничего страшного. Я уже, честно, я устал от этого Баратрума. Так, на Баратруме я вообще никогда не играл. Так много никогда не играл. Гоу, ребят, потолкаемся. С орбой. Эх, ну не догоняю. У Пугны 320 moment speed родного. Очень много. Баратрум не имеет столько МС. О боже, начинается вот это. Типа, давай мы сейчас его убьем. А чё? Нифига себе, увидели рейндж какой-то Тангуса. Это что такое было? Я пересмотрю на реплей. Я думал, у меня бара сейчас идти будет еще полгода, а он у меня Тангус там схавал. Лоу. Жесть. Как будто... как этот, как топорик сработал. Тангус. Ребят, гоу щиток возьмем. Я давно щиток не брал на данном персонаже, и я думаю, будет нормально тут. На такой линии, чтоб не задрачивали сильно. Все, ну схватываем тут вот эту тему, все. О, еще и относ. Еще и ФБ. Хорошо, ну я там кликал специально, чтобы забрать ФБ. ФБ мне нужно. ФБ на Баратруме это хорошо, это плюс буст. Есть у бар, ой, у бар топорик, щиток, go heal, сходим на руну и можно пробежаться на центральную. На топе очень сильная линия, цемка плюс ларк, ребят. Ребят, главный враг Баратрума это клокверк, если что, не забывайте. Ну, в принципе, Баратрум всех станов боится. Всех абсолютно так. Ну, что там у него щиток просто. Да, если он так пойдет тут, то тут я его встречу, там, минус лицо. Да, и так, в принципе, ему ГГ, он каракатится. Очень медленная. И шо? Шторм. Давай. Хорошо. Молодец. Давай, шторм. Давай. Баратрум делает свои дела. Ребят, гоу на базу сходим, наверное. Так, гоу ауру прокачаем, пробежимся. Пробежимся. А быть шаманой. Шаманой. Урн оф шедоу. Так, что на топе? Сларки. Ну, сейчас на топ пробежимся, наверное. Чтобы быть шаманой. Можно продать сейчас сталчилд и взять, в принципе, свою урну. Мусорную. И чтобы все было хорошо. А можно просто взять ТП-шку. Занаглеть. Вот тут вот. Вот так вот. Быть шаманой. Хорошо. Максимально стилю. Слушайте, ну это неинтересно уже. Забираю фраг, чтобы апнуть себе урну. Хорошо. Так пойдет. Шаманой королем. Гоу третий. Погнали на руну. Заромим эту карту, я так думаю. Ребят, гоу догон. В этой катке в догон сыграем. Интересно же идет. Же есть. Ух, эйст. Гоу, потолкаемся. Это как это, знаете? Ой-ой-ой, хорошно. Тут идет Баратрум, Баратрум будет на подсейве. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, какой же неудачный относ-то был. И Шторм умирает, как дурачок. Просто Dota Epic Fail. Шторм стоит. Ну, я урну ему не кидал. Я мог бы ему очко подсейвить на урну? Я думал, он на базу пойдет все равно. Ладно, постоим, пофармим. Относ вообще после
Чаржа от нос это дико выглядело. Дико выглядело. Аурн жалко, да, вот допер пацан. Так. А чё ты? Ну так не совместно вообще что-то написал. А, пуш, молодец. Он стоит крипов танчит просто. Так, ну, гоу, наверное, вот так. Гоу. Это фраг. Найс, закрываешь. Хорошо, хоть так. Пидет, пидет. Надо уплотниться, ПТ-шечка поможет. Блин, надо было аркану делать. В Magic уйти. Если ларка потом будет тяжело в магии убивать, и Пуджа. Пуджа-то вообще в магии не убить. Физически. Нереально. С ларка, смотрите, какие айтемы. Очень сильный. Смотрите. ПТ там аквила почти. Серьезно, очень много слотов. Без джбали. Это даст и надо, на кура летает. Сейчас уйдет, дастов нет. Попадет. Хорошо. Ой, аго вот этого пацаненка. Да хватит закрывать, но я не могу бить, когда ты закрываешь. Хорошо. Он закрывает, невозможно бить. Пусть в крайний случай только закрывает. Как ты тут уже резнулся? Лол. Быстро что-то он, я что-то прогулялся. Хорошо, go на B, он как раз руну заберет. Все. Можно на миде потусить немножко. И подфармить еще. Есть визард. Визард. Раз. Крипов под шаманем немножко. Все, ушли. Гоу ауру. Ауру будем пенетрировать. Быть шаманой. Найс, джага ульт дает. Понимающий ультимейт, так сказать. ЦМК ультует, там все происходит. И баратрума не хватает только. Не хватает только баратрума. Который прибежит и всем раздаст. Дурачок. А, здесь так. Все, поехало. Он не может заподозрить, что я там бегу. Йо. А сейчас тут под центрями просто умрет даже. Он стоит на месте вот здесь вот. Карта не двигается, видите, тут не двигается карта. Опа, там хукает. Хокает. В тучку буду прыгать, да? Wicked.
Бираджан. Ой, ты же забыл, я же Баратрум. У меня относы 522 относа в секунду. Йоу, МС упала просто. Хорошо, наверно. Музбика. Все, мувспид есть. Очень сильно вот тут вот я просел по мувспиду, когда побежал. Это очень сильно почувствовалось. Еще герой очень сильно замедлился, а потом побежал. Надо понимать, как механика работает спелла. Кого сюда фармим? А то какие-то файты, да? Соль ты убил. Эх, я не видел там. Рефраги убежали. Ой-ой-ой, хейст. Есть вариант просто подзацепить эту всю контору. Урны накидать там. Тр-тр-тр-тр. Все. Убежали. Главное, какого-нибудь тут этого пацана на... Это мне встретить. Сларк что там по хп проседает? Специально что ли? Ой, лол. Как он так умер? Даган есть у нас уже. Раскачали второй, чтобы если что стрейфиться. Как-никак. Там у нас Пуч. Пуч он стоит, по-моему. Да, Рикимару идет, Пуч стоит. А как он попал? Серьезно. Ой, лол, вообще просто я не думал, что он попадет. Я видел, что они тут, но... Серьезно. Ну, мой косяк, мой фейл. Вообще, как он попал, я вообще не попал. Ну, просто нет. Я видел, что они там. Я еще сказал это, что они там. И я просто начал ходить тут между деревьями что-то как-то. Я, если честно, пересмотрю потом. Я не понял, как он попал. Я даже сейчас не пытался там куда-то убежать. Как дурачок стоял, фармил дальше. Ну, устал, ребят. Четвертая игра на Баратруме. Я не знаю, не могу найти годный контент. Прям вот, ну хочу что-то прикольное, понятное показать. А не могу найти, потому что... Да потому что... Потому что, ребят, ну, не получается. Просто одна игра потная была, и все. И все. И на этом игры закончились. Хочется красивые игры показывать. А не какое-то отсталое говно. Ну, допустим, сейчас вот если будет фраг, то хорошо будет. Ой-ой-ой. Рики тут, все вот эта тема. Вся вот эта тема. Го, вот так вот. Дастин. Хил. Он закрыл их. Найс, он закрыл их. Хорошо, это будет. Ну, не очень. Если все фраги мне, то да. Все равно что-то не устраивает. Все равно что-то не устраивает. Все, попробуем. Пока добегу. 17 секунд буду бежать. У него 600 маны, там он может это компактнуть. У меня догона не будет. Вот это годный контент уже подъехал. Пугна умирает с догона от Баратрума. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нельзя умирать. Пассивочка работает. Пожалуйста, not enough mana, что? В колбе снимается мана, но не идет разгон. О боже, ну как так? Ну серьезно, я выпью за ваше здоровье. Ой-ой-ой-ой, как же это помойно сейчас было. Ну пассивка упала тут. Уже упала, я уже медленно был. Молодцы. Просто две смерти. Твой маднес собрал, пацан. Зря. Ребят, ну, фейл, ошибка, косяк, не знаю, называйте как хотите, дно, рак, конченый мудак. Не умеет ничего делать, то есть, ну, реально.
Так это и называется, потому что когда в колбе, ну, будете знать, я сам, если честно, не знал, потому что, как правило, не часто играешь в SCM, который там колбы раскидывает. Единственный косяк, у меня чарш не раскачан, я медленный, очень медленный. 600 мувспида, как 522, просто бежишь, игнорируя тупо карту и все. Так, ну тут буду нажимать кнопку, чтобы засейвить тауэр. Гоу, обойдем. На инту ПТ. Ульт. Не дается ульт. Ну, печально, печально, и тауэр просто умирает. Ой, не могу, надо варды ставить за команду. Я еще через такой айтем билд пошел. Фановый. Сейчас они соберутся вместе. Сейчас посмотрите, что с моим догоном будет. Ничего я не смогу делать с этим догоном. А если бы шел в файтинге, то изи. Изи было бы. Но там пацаны знают, что делать. Саппорт, саппорт. А у нас бара с догоном. Даже, ну это фан. Это фан. And only FF. Не знаю, не хочу идти на ту половину часть, на ту часть карты. Вообще не хочу идти. Go. Я зацеплю его сейчас. Есть ПТХ. 9-2. Blade Mail. Понимаю, пацана, Blade Mail. Нету дастов. Нету дастов. Не один вард. И то, которое я сейчас тут воткну, и надо брать даст. Побежали на мидлейн. Сфармим тут немножко. Надо завардить карту, чтобы фул доминацию проявлять, но кому какое дело. Успеваю. Хорошо. Ну, надеюсь, он не сдохнет. 6 хп, он такой, ура! А потом такой, блин. О, привет. Тебе тоже тут смерть. Тебя не отпустят тут. Давай, давай, давай. Урну. Бежали. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, ЦМ-ка. Гоу, 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 гоу. 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 Ой, пуч. Ой-ой-ой, нет, там ЦМ-ка раскастовочку дает. Гоу. Шторм, нажмешь что-нибудь? Или не будешь? Ой, шторм. А, ну маны нет. Дерись ты уже. Первый. Убил бы. Убил бы, если бы сразу нажимал бы, кликал, знал бы монокосты. Печально. КЗ, ну сосут тупо из-за вардов, ребят. Я вам отвечаю. Просто сосание вот эти все из-за вардов. Ой, смотрите, что делает пуш. Ну тут тучка будет, да, тучка, тучка, и вовсе не медведь. Если... А, нету, 250 ман надо. Ну пуш просто там соло убивает всех. У нас Хускар лиса фармит, хотя должен файтиться. Вард, да конечно вард. У нас вардов-то нет. Вард поставьте. О, додумался Фурион у нас ставить варды, но взял всему почему-то два. Почему? Поехал Фурион вардить. У Фуриона самый вариант вардить, потому что у него очень быстрый мобильный. Быстрый мобильный. Как бы все вот это дело. Кого на ботом? Сларк Лотер. Сейдж. Гоу на руну. Рикис ДД. А видел же, что тут Фурион ДД. Почему не забрал сразу? Не знаю. Вот это, конечно, загадки доты. Это, конечно, загадки доты. Знаю, что с пуджом надо будет делать, ребят. С пуджом что-то надо будет делать. Потому что пуш будет очень жирный. У меня не будет дэмэджа его сливать. Единственная цель, которая будет мне недосягаема, это пудж. Пуджа толпой только. Погрешность такого баратрума. Это такая, такая тема. Ну, Хускар у нас донный, у нас не будет дэмэджа. Ребят, зря, наверное, пошел такой на самом деле. Хускар у нас донышко. Попадает. Ну, я бегу. БМ. Ну, надеюсь, не собьет. Хорошо. Плохо.
Я, если вот, ну, если я сейчас кастану, я умру. Вот, ну, что в такой ситуации делать? Но сейчас я заберу этот стрик. Заберу этот стрик, если никто ему не поможет. А теперь я выхожу. Таверна. Хорошо. Немного побегаем, 12 секунд. Купился уже байбек. Байбеки всегда окупаются. Левелом. Ну, если ты, конечно, байбекнешься и пойдешь АФК стать, то, конечно же, не окупится. А да, и байбеки всегда. Всегда окупаются. Но пудж, да, очень жирный. Будет пуджа очень сильно фидит. Хускары лесные. Которые ничего в игре не будут делать. Это 100%. Угна с гоустом. Эх, не успел на руну. Че, шторм АФК стал? Печалька. Так, на топе, блин, цемку надо было цеплять. Цемку надо было цеплять. Да-да-да-да, я вижу тебя, братан. Ладно, опять я на те же грабли. Пацаны идут. Детекшена нету у меня. Это иллюзия. Тут, в принципе, от нос догон. Крипы загрызли, серьезно? Бегать надо. У меня мана есть, в принципе, на файт. Там хейст. Рион подставляет. Боже. Попытаемся уйти тут. Ушел. Да, Фурион очень сильно руинит своей этой закрывашкой. Надо Рикимару, ребят, поконтрить. Он, у него маднес. Там вообще изи. Хорошо. Все, лучше уйти отсюда. Не хочу сдохнуть еще раз. Тем более я после ББ. Рез будет долгий. Так, и гол детекшн возьмем, да? 180 голды. Детекшн. И ехала. Рики не видно по карте. Надо сентри, опсы, варды. Юлу пуджа появляется. Ой, у пуджа там все на подсейв. Дальше потом очень тяжело будет с такими айтемами. У меня один айтем. Я хочу в Этериал выйти. Тяжело будет потом. Очень тяжело. Так, ну никого на карте нету. Блин, варды бы, варды, 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 варды. Печалька. Они выиграют эту игру. У нас Хускар лесной. Шторм лесной. Братан, если ты сейчас умрешь, это будет тебе ГГ. Я дам ему. Огонь.
догонять будем. Боже, неуловимый Джет Ли. Го, чё стоишь на шторме, Дон? Дон. Боже, какой же шторм. Я хочу от него детей. Сларк Дон, и у нас Шторм Дон. В чем тут Сларк? Шторм не может зацепить Сларк. Гоу. Детекшн. И один ЕУ. Печалька. Можно я даже. Гоу, сейчас еще Кура с детекшеном придет. Сларк. Go. Let's go. Не-не-не-не, тут что? Под Джом не хочу разговаривать. Круден. Худший. ПМ нажмет сейчас. Я же Мигальби, Барба. Бираджан, можно мы тебя немножко поносим? У меня ульт есть. Хорошо. Боже, как же Дагон вытаскивает, ребят. Нужен дэмэдж, дэмэдж не с руки, магический дэмэдж хотя бы даже все равно. Он заходит, серьезно. Но вы это сами прекрасно видите. Бара с Дагоном. Опа. Братан, ты что думаешь, тут еще так останешь? Тут лайхт. Просто легкость. Чуть маны не хватает. Ах ты, тварь, на Рикимару. А, все, нету никакого детекшена, ничего нету, да? Печалька. Как фарм. Фармит парень в лесу. Вон, смотрите, лоу хэповые Рикимары. Рикимары. О, кстати, а чё я туплю? Надо было сразу гоу скупить, ребят. 70 секунд в таверне. Можно попить кока-колу и немного поговорить о сегодняшней игре. Итак, ребят, начинается у нас файтинг какой-то нанизу. Крипы начинают тут быковать. Смотрите, какие-то маленькие скелетики начинают быковать на Рикимару. Рикимару подходит, дает со спины бэкстейбы. И все, в принципе, на этом драка заканчивается. Проигрывает у нас сила тьмы. И на этом ГГВП изи-катка. Тем временем Фурион ходит в лесу, у нас что-то тут в магазине, пытается что-то, наверное, купить. Не знаю, или хотел установить какое-то видеонаблюдение. Закидывает у нас ультимативную, закинули, короче, и полетела вот эта ультимативная по карте. Фидит у нас вот этими фуриончиками, тропничками. И все, на этом катка закончится. Найс. Но если тут вин будет, то, скорее всего, эта катка попадет. Вот это не блоч. Блочит. Эта катка, скорее всего, попадет тогда в гайд, потому что... Веселая катка, хускары лесные там, 4-13, как такому хускару можно вообще проиграть? Сларк, Рикимару, там очень много пацанов, там сильнее ребята играют, это видно. Но это всегда так, у меня же КДА, из-за моего КДА и КДА, и моего ПТСа, всегда так. Из-за моего КДА и моего ПТСа, оно всегда так. Скади у Рикимару появляется, ой, у Рикимару, креветки. Ветки скади. Надеюсь, передаст хорошо. Рикимару убьют они там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, гем, нельзя гем отдавать. Нельзя, надеюсь, я вовремя. Да в рот его! О, ГГ. А, маны нету.
А, он на фулману, по-моему, полетел просто. Ну, БКБ надо, ребят. Даже тут сейчас просто игнорировать все, что нужно собрать и собирать БКБ тупо. Потому что так не пойдет. Сларки там, ну, вы сами видите, какая игра. Сларки, Рикимару, там все делать будут что-то. Тут, ну, на Сларке что-либо... Ну, на Сларке, то есть, вообще ничего не делать на карте. Это нужно быть очень донным игроком. Вообще просто ничего не понимать. А так, вот этот чел, смотрите, собрал Скади. У него 200 хп. Его уже убить будет очень тяжело. Несмотря на то, что он играть не умеет совсем. То есть, понимаете, в чем смысл? Берут таких героев. Вот, допустим, на Хускаре, смотрите, 30-я минута игры. Ну, это ГГ. Просто это ГГ. Шторм, мидер, 30-я минута игры. Ультра ГГ. Просто что он собирает? Бладстоун. Ресипи купил, а денег 3300 наконец-то насобирал, пацан. Пойдет Бладстоун на 30-й минуте. Все, Пуч занялся вардингом. Сейчас будет овер тяжело. Там от Тучки надо что-то и БКБ надо, я не знаю. Тут овер много чего надо. Продаем орбу феном, покупаем детекшн. И пора, пора, ребят, работать. Деф, go. Хватит фармить на фурионах. Там врыв, относ, тычка, догон. А тут даже так он умрет, в принципе, уже. Кимару там, вон он. Хорошо. Есть ларк. Все, я побежал за Этериалом. Говорит, БКБ надо. А? Щищ. Говорит, БКБ надо. За Этериалом побежал. Все, ПТ на инду. Поехал. Этериал говорит. БКБ. Она мини дефнем. Next там БКБ. За один файт просто Этериал взял. Кого за вардим, ребят, надо варды поставить. Лучше там фармить леса. Дефолтные варды поставим. Хорошо. Что, хоть какой-то кусок карты было видно. Пока у Рики нету БКБ, там изи будет. Неправильно варт я поставил, надо было зайти вот сюда под поставить. Было бы профитнее. Мне так кажется. Так, ребят, ну что ж. Будет ли какой-то файт сегодня? Интересненький. Кто-то бегает там, бегает, бегает. Сларки. Сэм. Без вариантов. На фурионах на своих уйти там. Там, наверное, Пуч стоит в кустах. Я, в принципе, его с прокаста убью. Но не знаю. Забавно выглядит, не так ли? Этериал догон. 1200 хитпоинта, просто прибегаешь, убиваешь. Его БКБ. Там Рикимару с руки, конечно, очень сильно резать будет. Там БКБ не поможет. Знаю, смысл есть тут оставаться. Хускар. Б. Надо уходить отсюда. Просто бежать его. Надо буст дать. Поехали отсюда. Ну, подсвечу, пацана. Аватар есть, даст и есть. Шторм с регеном летает. Награда,
но я там я боялся Этериал, не попаду там. Поэтому сразу дал догон. Хорошо. Вард, ребят, сбить надо. Шторм летает на фулл ману просто. Гоу, Т2. Можно еще собрать себе Аганим для полной конторы вот этой всей. Ребят, детекшн надо. Погнали. Тиммейты. Детекшн. Поехали. 36 секунд не будет Сларка, надо заходить. Под Т-шку я не хочу бежать. Я оттуда не выбегу больше. Если побегу. Можно, в принципе, быстренько дать. Вот так вот. Хорошо. ББ кто-то нажал, да? Кто нажал ББ? Обливион. Я Обливион просто там снес. Арирую просто, а не катка. Называется арирую, ребят. Ой-ой-ой, смотри, что делает, задрот. Ребят, ну просто минус мид, это что такое? Что такое, как вы так отдаете? Октарин еще на баратруме собрать и рефреш. Лол. Ну вот эта катка уже, да, уже поинтересней. Конечно, да, такие катки выкладывать надо. Серьезно, интересная игра уже выходит чисто на... догонах вот этой всей теме. Поинтереснее. Видели, сколько деревьев срубилось? Слушайте, там у меня на базе Огракс. ПКБ может не делать уже до конца. Уйти в этот, типа, Октарин там что-нибудь такое. Ууу, мамочка, Октарин, не надо. Чуть не хватит. Чуть не хватит. Гоу или в Октарин. А чё? Почему нет? Ну еще мистик бы как-то нафармить. Но мистик нафармится с пару драк. Ладно, реюзы. Не, ну, дай и МБ. Ну ладно, реюзы уже ты тут подошел. Всё, хорошо. Шел 2020 год. Баратрумов стали собирать магический урон. Серьезно. Это звучит примерно так. Гоу, Куру по пути встречу. Ава Форсис из Арундра Туск. Тут в лесу остановимся. Не-е-е. Побежим дальше. Ребят, надо уходить отсюда. Идут. Они идут сюда. Слушайте, можно вот этого пацана втихую, пока они сюда. Они вот здесь сейчас. А, вон уже. Сларк там. Так, братишка, ну ты тут потерялся, по-моему. Боже. Он, по-моему, потерялся там. Парень на этом. На пугне. Бедный. Я его уже, наверное, запарил. Я просто фармлю урну у себя. Арирую. Так, 1000 есть. Можно поесть. А, ну есть 500. 1500 есть еще. Сэмку тоже можно так же, в принципе, через такую комбу. Но Сэмка сама не ходит. А пугна там бедненький отсеивается. От всех горошу. Баш. Хорошо. Даем. Хорошо. Я постою, почекаю. Гемчик есть. Ускар в упор подходит. Я не буду подходить, он топать будет. Он топнет, если я вот сюда сейчас подойду. Пуск на себя хилку кинул зачем. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас ночь, ребят, ночью сама забыл двигаться.
Заберу, собирайте, ребят. Хорошо. Гачимучи косарь остается 900, да, Октарина. Пугну там залететь быстренько. Скипнуть пугну, так сказать. Вот тут вард. Вард. Вот тут вард. Ребят, надо вард, чтобы я спокойно двигался. Джага. Плиз. Джага. Плиз. Вард, спейте, ребят. Фурион. Ну, АФК стоит Фурион. Все, что. Отлетел. Отлично. Молодцы. Чтобы я спокойно двигался, мне нужно сбить этот вард. Чтобы я спокойно мог залететь, там, да, эти кнопочки свои. Кайфануть там. Ждем начала файта. Я тут спрятался, типа. Пугна, 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 пугну. Подсветите мне пугну. Я тут тоже умру, походу. Да. Баш. Эх, ну еще блинк есть, да? Печаль. А чё Фурион улетел? ГГ. Вот тебе и Октарин надо. Ну, не хватило на Октарин. Конечно, чуть-чуть. Рики вгрызается. Нету от Рики ничего, если нету кнопок. Фурион. Тут Фурион не дрался. ГГ. ГГ. Ок, не кра были бы, было бы профитно. Гем есть. Да, гем есть. Сларка я не убью. Сколько там? Пойдем, смотрите на его слоты. Он не умеет играть, он просто умеет откликать. И так и выигрываются игры. Сларка. Дай ему юл просто и уходи спокойно. Он очистится от хейста. Не поймай хук просто и все. Молодец. Слушается. И гем есть у нас еще один. Но гем 10 минут на 52 только будет. Гем. Еще один. Если этот потеряем сейчас. Ну, Сларка, я не знаю, Сларк. С под стаками. Сейчас его кормить стаками еще не очень желательно. Очень желательно. И варды есть у нас, но некому ставить. Я его на низ пробежусь. И, наверное, урну уже продать надо. Урну продать, от нее толку нет, ни хрена. Хускар сейчас статы ему даст. Да БМ нажми ты, ё-моё. Всё, шторм тоже тут на фиде сейчас. Жаль, меня там нету, чарш КД. Все чуть протянут Сларка. Ну не вижу Сларка, все, побежал я напугну. И то не могу пугнуть. Печалька, ребят, печаль. Пугна минус. Сларк идет с бабочками. А я тут уйду, интересно, если я сейчас там прокасты дам. А, дам, все нормально будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого Рикимару я не видел. Бэк надо. Надо бэк, ребят. Рикимару я не видел. Рикимару я не видел. Дальше пойдут. Ну, я не хочу там суицидиться. А просто суицидальные будут. Наклонности. Ломайте. То ботом. Топ ломается просто. Хорошо, большого крипа сделали. Есть 2x.
Эх, на Рике разбег надо срочно. Давай, покажись. Сколько хитпоинтов? 2000. Должен убивать. Но без ульты вряд ли убью. ТП. Куда пойдет? Хорош. Ребята, ну вы поняли, да? Вот это мисклик года просто. Просто мисклик года. Эй, там Сларк убивает. О боже, как же это. БКБ все же, ребят. БКБ очень нужен. Линку хотя бы что-то. Не знаю, фура, ТП-шься на низ, ТП. Никого нету. Сларк пока добежит. Ты просто нажимаешь некра, уходишь в лотар. ТП, алло. ТП, жми. Уже не надо. Некров просто поднял. ТП нажал, некров поднял. Засуицидил от бараки. Хотя бы пол хп баракам снести. Ладно, сейчас нужно собираться вместе. Пытаться задушить Сларка. И нормально. Нормально будет. Ребят, очень сильный мисклик. Ну вот? Как жить после таких мискликов? По-моему, нужно только говорить, что все. Это все. Это все. БКБ все же. К такому айтему, к таким айтемам БКБ. Просто нужнейший артефакт. Нужнейший. ЦМ как одной колбы. Я не могу разбег дать с колбы. Очень много. Теряю времени. Так, ну он тебя сейчас абиссал даст просто. И все, и ГГшка. Абиссал дает. Ну, Джага умрет. О, боже, на это Сларки. Это Сларки. Одна кнопка минус 5. Боже, не на того. Ладно, гоу заварним. У нас тиммейт не додумается купить варды. Ну, лидгейминг начинается. Сларк берет свое. Соответственно, Сларк такой персонаж, который нажимает одну кнопку, а именно right-click, и идет просто. Нажимает одну кнопку еще одну. Это лотар и убивает. И все. Вот весь смысл Сларка. Ушай. Ну, походу, ГГ, ребят, тут будет. Походу, будет ГГ. Завардим тут. Так сказаться. И я не знаю. Го, вот это сюда. Вот это вот сюда. Вот так вот. Поехали ботом лейн. Надеюсь, успею добежать хотя бы полпути, потому что там крип уже умирает. Let's go. У нас нету глифа. Ну, ломаем просто. Просто ломаем. Кто на деф придет, не знаю. ТП-шка есть. Пуш идет. Души его. Просто души его. Гоу. Ладно, ПМ бах. О, это уже серьезное заявление. ТП. На базу надо делать. У меня есть кнопки. Боже, не те айтемы мне дал. Гоу. Лучше идет. И нет, байбек. Хорошо, хоть так. Бурион, что ты делаешь? Я тут умру. Ребят, ну, не серьезно.
просто меня толпой пенетрирует, мои тиммейты на базе стоят. Чайка. 2 секунды. О, смерть, тут тебе все равно. Он меня жрет, да? Молодец. Так, найс, все, поехало. Далее, last way, как говорится. Детекшена нет. Можем убить, но был бы детекшен. Хорошо. Хорошо, 2x. Пушим. Пушим, пушим, пушим. Боже, как же ж это усложняет игру. Пуш, Фурион, не бойся, там некого бояться вообще, в принципе, уже. Сларк пришел. Давай, давай, ласт барак. Убегаем. Ну, я тут вряд ли уйду уже, да? Ну, уйду. Не, уйду, уйду. Хорошо. Хорошо. Шторм залагал вовремя. Ребят, ну сделали мегакрипов. Все, 51 минута. Это катка вообще просто какой-то трэш. На самом деле, ВС Ларков, Бара с Дегоном, Этери Лакторинович. Это что-то такое невозможное. Но будет вам интересно смотреть. Я более чем уверен, что это будет интересно смотреть вам. Шторм залагал. ГГ. Такие молнии летят, да? Прикольно. Механика игры всегда так. Шторм, когда летит, тоже молния дрочится. Найс, ну я рад, на самом деле, ребят, что такая игра вышла. Все же интересная, интересная игра. Первая в Кора. Вторая в Magic. Прикольно. Прикольно вышло, прикольно. Кик. Кик. Гоу, кик. Ах, он на меня все равно, смотри, что делает. Угодник. Больно. Сларк, ребят, Сларк, Сларк, Сларк. А где Шторм? Вот он, Шторм. Где Шторм? А где Сларк? Где Сларк? Ладно. Пойдем. Вот так вот, ребят, играется все это дело. Ах ты. Ах ты. О боже. Ну, ГГ, ребят, вот такая каточка. Прикольно, Сларка сейчас так в конце развели. Бегает как дурачок. Ребят, ну, надеюсь, вам эти игры понравятся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И напишите обязательно, что было не так, что бы вы хотели поменять. И что было бы для интересного контента более лучше сделать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Одесс. Давайте.